Do John Fitzgerald Kennedy do solemnly swear? I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly. Соединенные Штаты Америки заняли лидирующее положение в мире, не только в военном и политическом отношении. Если в Америке носят синие брюки, половина мира, даже не зная почему, также начинают носить синие брюки. Если вы начнете носить драные штаны, полмира будут ходить в драных штанах. Я с большим интересом наблюдаю за этим. Сейчас весь мир смотрит на вас. Разве не важно, чтобы мы исправляли себя и подавали правильный пример миру? Сегодня во всем мире для многих молодых людей Америка означает свободно распространяемый алкоголь, Америка означает наркотики на улице, Америка означает фривольную жизнь, Америка означает войну. Мы должны это изменить. Америка должна означать здоровый образ жизни, радостную жизнь, ответственное поведение. Америка должна означать прекрасную жизнь. Участие в демократическом процессе — это не политика. Это фундаментальная обязанность гражданина страны. Демократия на индийских языках, например, на тамильском, звучит как «джананайкам», что означает «руководство народа». Что ж, в этой стране вам сказали «правление народа для народа» или как там. Да, это руководящая роль народа. Мы не избираем одного человека. Мы просим одного человека представлять наши интересы, да? Сейчас мир находится в уникальной ситуации. Было время, когда мы выработали менталитет, который я вижу повсюду в этой стране. Мы выработали такой менталитет, вероятно, в 60-е и 70-е годы, в период Холодной войны. Он состоит в том, что мы должны подозрительно относиться ко всем, мы должны доминировать над всеми, должны контролировать всех. Вы живете в прошлом. Те дни прошли. Нам нужно руководство, которое думает о будущем, а не тянет за собой менталитет с кладбищ прошлого. Было время, когда на планете было две большие пушки. Они очень подозрительно относились друг к другу, кто выстрелит первым. Теперь одна пушка развалилась на части. Пришло время. Настало время привести мир к новому, дальновидному образу жизни. Спросите любого человека на планете, чего вы хотите? Есть то, чего хотят все. Все хотят благополучия, все хотят возможностей. Никто не хочет войны, никто не хочет бедности, никто не хочет эксплуатации. Но мы все еще смотрим на мир так, особенно на лидерство в Америке. Вы, как граждане этой страны, не должны думать, кто лучше, кто хуже. Дело не в этом. Кем бы они ни были, они должны делать то, что вы хотите. Нам все равно, кто они. Они должны делать то, что вы хотите, как граждане этой страны. Сейчас, вместо того, чтобы думать, за кого я должен голосовать, почему бы всем вам... Сегодня у нас есть средства массовой информации и средства общения, через которые вы можете связаться с ними, что было невозможно в прошлом. Почему бы вам не сделать так, чтобы в следующие 4 года, чтобы те, кто бы не управлял этой страной, не открывали еще один театр военных действий? Почему бы вам не получить это обязательство от тех, кто хочет быть избранным? Поверьте, когда они хотят быть избранными, они готовы брать на себя обязательства. Что будет позже, мы не знаем. Но сейчас в любой стране это так. Лучшее время для общения с политиками — это предвыборный период. Мы должны сделать это. Мы должны изменить наш образ мышления. Мир меняется. Но менталитет лидеров не меняется, причем везде, не в какой-то одной стране. Но лидерство Америки важно не только для Соединенных Штатов Америки, но и для всего мира. Если вы не знаете, вы должны это видеть. Например, в Индии
Я путешествую везде и вижу, особенно в Индии, люди смотрят на выборы в Америке так, как будто это их выборы. Для них это ни черта не значит, но они смотрят на выборы в Америке так, как будто это выборы в их стране, с таким интересом и участием. Когда есть такое влияние, пришло время вести себя определенным образом, чтобы стать примером. Мы должны отказаться от идей завоевания и господства. Вместо того, чтобы пытаться кого-то завоевать, лучше кого-нибудь принять. Говорю вам, сегодня эта нация стала достаточно большой, достаточно широкой, чтобы принять весь мир. Но наши сердца не стали достаточно большими, чтобы принять весь мир. Когда я говорю «принять мир», мне сказали, что за последние 12-15 лет США потратили где-то 1,2 триллиона долларов на войну. Около миллиона человек погибло, две или три страны сейчас в руинах. Может быть, они пришли туда с добрыми намерениями. Но результат такой, верно? Не имеет значения. Я пытался сделать для тебя что-то хорошее, но все, что случилось, это то, что ты оказался раздавлен. Но все же мы можем с этим что-то сделать, не так ли? Допустим, я ехал в пределах допустимой скорости. Я вел машину правильно, но вы каким-то образом оказались у меня на пути, и я вас сбил. Разве мне не стоит выйти из машины и посмотреть, чем я могу помочь? Я говорю, что вместо того, чтобы посылать 100-150 тысяч солдат и тратить миллиарды долларов, вы можете дать образование каждому ребенку на Ближнем Востоке всего на 10% от этих расходов. Вы можете накормить каждого ребенка на Ближнем Востоке, вы можете обучить их, если вы пришлете своих врачей, своих инженеров, своих бизнес-экспертов. Бизнес Америки будет процветать, и мир будет любить Америку. Просто посмотрите на это. Предположим, что Соединенные Штаты Америки берут на себя образование каждого ребенка, не только на Ближнем Востоке, но и в любой другой стране, где люди не в состоянии сделать это сами, потому что это ничего не стоит, говорю вам. За 10 долларов в месяц вы можете обеспечить пропитание ребенка. Понимаете? Дроны, ракеты, бомбы обходятся вам в миллиарды, не так ли? Вместо этого вы можете сделать мир своим. Вы можете сделать кого-то своим, либо сидя у него на голове, либо просто приняв его в свой мир. Не так ли? Никогда раньше не было такой возможности. Это уникальное время, потому что сегодня одна нация находится в таком положении, когда она может это сделать. У них есть необходимая экономика, необходимая сила. Использование военной силы может быть снижено всего лишь до 2% от того, что есть сейчас, и быть использовано избирательно и исключительно, там, где невозможно что-то исправить. Но все остальное можно исправить. Важно, чтобы Америка перешла от попыток доминировать в мире к принятию мира. Если бы вы обучили половину детей во всем мире, вы могли бы выбрать лучших. Вы можете выбрать лучших и попросить их приехать в вашу страну. Вы боитесь того, чего не нужно бояться. Вы теряете огромную возможность, когда вы сидите на платформе лидерства. Вместо того, чтобы использовать ее разумным образом, вы зарабатываете ненависть всех людей на планете. Люди смотрят на вас как на эксплуататоров. Почему они не смотрят на вас как на учителей? Почему они не смотрят на вас как на людей, которые дают им навыки, а смотрят на вас как на убийц? Вы должны передавать миру навыки. Если вы обучите мир, у вас появятся возможности. У американского бизнеса есть огромные возможности, если он вместе с правительством США начнет что-то делать. Вы можете потратить всего 10% от сумм, которую вы тратите на армию, на то, чтобы делать вещи в мире, в результате которых мир станет вашим из любви и участия, из благодарности, а не в результате завоевания. Потому что завоевания не работают. Что ж, мы поняли, что неважно, что вы делаете, один псих с ядерной бомбой может с вами сделать много чего. Вместо того, чтобы жить в страхе, мы можем жить, зарабатывая благодарность и любовь людей. Это очень даже возможно. Это не какая-то наивная идея. Я говорю упрощенно. Я это обдумал, я расписал, как это можно сделать.
Просто в некоторых местах есть недоверие. Вы можете на время их оставить. Возьмите подходящие страны и скажите: «Америка готова дать образование каждому ребенку, накормить каждого ребенка на планете, который в этом нуждается». Поверьте, через 5-10 лет весь мир будет смотреть на Америку почтительно. Вот что вы можете спросить у своего руководства. Кто готов это сделать? Вопрос не в том, изберете вы этого человека или того человека, а в том, готовы ли они взять на себя обязательства, что мы не откроем еще один театр военных действий. Есть другие способы решения проблем. Потому что даже если вы войдете со своим оружием с добрыми намерениями, результат не будет хорош ни для вас, ни для кого-либо. Все просто будет продолжаться. Я говорю, что с опытом бизнеса, технологий, инженерии и школ, которые вы построили, вы можете строить также по всему миру и делать на этом бизнес. Не все это благотворительность. Вы не должны просто дарить. Сегодня бизнес не означает, что я потратил $10 и должен получить $15 или $20 в следующем месяце. Давайте оставим эту недальновидную чушь. Если мы развиваем человечество с определенными навыками, талантом и благодарностью, в будущем создается нация, не так ли? Если все, кто обладает лучшими талантами, хотят приехать в Соединенные Штаты, а именно так и выросла эта страна, это должно продолжаться. Вам не нужно этого ждать. Вы не ждете, пока в этих бедных странах разовьются таланты, чтобы их украсть. Вы идете туда и развиваете таланты. Почему вы не можете поехать туда и развивать таланты? Я не вижу, чтобы один американец был похож на другого. Очевидно, что вы приехали из самых разных уголков мира. Мы все еще можем это продолжить. И не только это. Приходит время, когда в будущем национальные границы не будут иметь большого значения. Потому что люди общаются через границы. Технологии объединили нации. Границы ничего не значат. Границы, построенные нами в прошлом, ничего не значат. Я хочу, чтобы вы поняли. Когда-то, когда короли правили этими разными маленькими странами, они всегда строили большие крепости. Почему крепости внезапно потеряли актуальность? Потому что мы начали летать. Когда люди не умели летать, крепость означала безопасность. Но как только они начали летать, крепость стала неразумной вещью, потому что они все равно прилетят и будут бомбить вас, и вы окажетесь в ловушке. То же самое сегодня. Национальные границы ничего не будут значить в будущем, потому что у нас есть технологии, с помощью которых люди общаются повсюду. Теперь вы пытаетесь создать киберстены. Нужны не киберстены. Мы должны использовать наш мозг, чтобы соединиться с остальным миром и сделать мир нашим. Не завоеванием, а любовью, включением, объятием. Пожалуйста, спросите своих лидеров, могут ли они это сделать. Прежде всего, не нужно открывать новые театры военных действий. Мы видим это на собственном опыте, а не читаем книгу по истории. Произошла Первая мировая война, случилась Вторая мировая война, многие миллионы людей погибли. Любой здравомыслящий человек, я всегда задавался вопросом, как люди позволили этому случиться в то время? Не один или два. 30 миллионов человек, 50 миллионов человек умирают, как они позволили этому случиться? Но что ж, это происходит и в наше время. Да? Это происходит в наше время, в 21 веке. Не пора ли? Когда приходит время голосовать, это значит вот что. Вы голосуете либо за благополучие мира, либо из страха. Так что вопрос не в том, кого вы изберете. Вы можете выбрать, кого хотите. Прежде всего, демократия является функциональной демократией только когда вы не ведете себя как племя. Когда я говорю «не ведете себя как племя», я поражен. Я просто слышу, в каком ключе об этом говорят по новостным каналам. Вы либо демократ, либо республиканец. Вы уже решили без всяких размышлений. Демократия будет демократией только тогда, когда это будет взвешенное голосование, а не когда это будет идейное голосование. Вы заранее подчинились идеологии. Это означает, что вы возвращаетесь к временам жизни в племени. Вы возвращаетесь к феодальному образу жизни через демократический процесс. Успешный демократический процесс означает, что всего за день до выборов, видя, что они обещают, вы думаете, сделают они это или нет. Вы должны принять решение как личность, а не как демократ, не как республиканец.
Это означает, что вы разрушаете демократию и возвращаетесь к племенным способам функционирования. В любом случае, я такой. Я буду голосовать за этих. Нет, это должно быть взвешенное голосование. Оно никогда не должно быть идеологизированным. И все, кто баллотируется на выборах, должны знать, что это взвешенное голосование. Люди собираются принять взвешенное решение. Это не идеологизированное голосование. Есть синие штаты, красные штаты. Я удивлен. Не должно быть ни синих, ни красных, пока не придет день голосования. Да? Как мне примириться с тем, что вы мой гуру, но при этом у нас с вами противоположные взгляды на политические вопросы? Я гораздо более левый, чем ты можешь себе представить. Но я не сумасшедший левый. Я не из тех, кто делает все возможное, чтобы люди не могли развиваться и лишились всех возможностей. Если таково твое представление о левых, я его не разделяю. Мое представление о левых — более справедливое и честное управление. Я сказал «более справедливое и честное». Не существует абсолютно честного и справедливого общества. Его нигде нет. По крайней мере, не было до настоящего момента. Махатма Ганди неоднократно называл Рамраджью справедливым и равноправным обществом. Я уверен, что даже там, например, жена Рамы, Сита, чувствовала, что то, что с ней происходит всю ее жизнь, очень несправедливо. Я уверен, что его дети точно чувствовали, что с ними поступили абсолютно несправедливо. И я уверен, что во многие моменты своей жизни сам Рама чувствовал, что с ним поступают несправедливо. Так что никогда не существовало абсолютно справедливого общества или абсолютно честного общества. Но по большей части все происходит справедливо. По крайней мере, даже если у нас нет равенства среди людей, по крайней мере, у людей есть равные возможности. Это все, что мы можем обеспечить. Приянка, я хочу сказать тебе, я никогда не выражал политического мнения. Если я выскажу свое политическое мнение, ты упадешь в обморок. Поэтому я держу его при себе. Я только указал на некоторые факты. Если не различать факты и мнения, тогда возникает огромная проблема. Если ты веришь, что твое мнение гораздо важнее, чем воля народа в демократическом обществе, тогда у тебя серьезная проблема. И ты ищешь тотальной революции. Тотальная революция в сегодняшнем мире означает тотальную аннигиляцию. С идеями о вооруженных революциях, которые у нас были в 19 и 20 веке, покончено. Время этих революций прошло, учитывая то оружие, которым мы сейчас обладаем. Если революционеры возьмутся за оружие, и власти тоже возьмутся за оружие, в результате будет только разрушение и смерть, и ничего больше. Так что ты родилась слишком поздно для вооруженных революций. Да. Когда мы были молоды, мы постоянно думали о вооруженной революции. То были времена Чару Мазумдара и Сомалу, у всех на устах были эти героические истории, и мы тоже хотели выйти и сражаться. Но эти времена прошли. Сейчас, если ты хочешь привнести какие-то изменения, особенно когда дело касается Индии, сделать это можно только с помощью демократического процесса. Демократический процесс означает, что если два человека участвуют в выборах, то один победит, а другой проиграет, как это происходит и в любой другой игре. Так что если проигравший хочет писать законы, проигравший хочет нести кубок, разве это честно? Разве честно, если те, кто проиграли игру, будут нести трофей у себя на голове? Это нечестно. Но сейчас ты спрашиваешь именно об этом. Люди выбрали определенное правительство. Если они принимают законы, они делают это, поскольку это их фундаментальная обязанность. После того, как тебя избирают, необходимо принимать законы. Если они примут закон, а ты скажешь: «Нет, закон должны принимать мы. Вы не можете принимать законов. Ты не можешь так говорить. Ты можешь выразить свое мнение. Что, по-твоему, не так в законе?» Ты можешь написать. Можешь голосовать против него в парламенте или в ассамблее, или где угодно еще, какому бы демократическому органу ты не принадлежала. Но ты не можешь сказать, что избранное правительство не может принимать законы. Это не демократично.
все это левое крыло или все эти люди, которые считают себя левыми. Я вижу, как они выстроили свои жизни, свои идеи, мнения, эмоции. Левый — значит, что твоя жизнь не принадлежит тебе, твоя жизнь принадлежит коммуне. Вот что такое коммунизм. Не знаю, к какому левому движению принадлежишь ты, потому что твой образ жизни не показывает, что ты левая. Твое отношение к другим не показывает, что ты левая. И ты сказала: «Я левый либерал». Ты определенно не либерал, потому что если свобода речи есть только у тебя и больше ни у кого, это не либерализм. Мое понимание либерализма такое: я буду говорить все, что у меня на сердце. Ты должен слушать меня и говорить мне, в чем я не прав. Нет. Нельзя указывать на что-то одно. Ты просто говоришь: «Мне это не нравится». Это как семейные ситуации. То, что происходит между мужем и женой, не должно происходить между тобой и мной. Если что-то не так, если ты можешь указать на что-то, что логически неправильно, если сказанное не соответствует фактам, если ты скажешь мне об этом, я поклонюсь тебе и исправлюсь. Но тебе это просто не нравится. Что же я могу сделать, если тебе это не нравится? Что я могу сделать, если тебе это не нравится? Люди избирают правительство. Правительство принимает свои законы. Если определенный закон у нас вызывает озабоченность, мы говорим: «Вот чем мы обеспокоены, пожалуйста, исправьте это». Но по-прежнему это их выбор — исправить его или продолжать как есть. Если ты обеспокоена судьбой нации, и ты хочешь принимать законы, тогда тебе нужно прилагать все усилия, чтобы выиграть следующие выборы. Это единственный способ сделать это в демократической стране. Вот что значит демократия. Если ты проигрываешь выборы и говоришь, что хочешь принимать законы, так это не работает. Просто ты не можешь переварить простой факт. Ты думаешь, что я выражаю свое мнение? Это не мое мнение. Это основа всего демократического процесса. Так что ты говоришь: «Я выйду на улицы. У меня есть право на протест». Право на протест у тебя, безусловно, есть. Но у тебя нет права побеспокоить жизнь даже одного гражданина. У тебя нет права перекрывать дорогу, нет права перекрывать шоссе, нет права перекрывать доступ воды или электричества, или чем бы ты ни занималась. У тебя нет права беспокоить ничью жизнь. У тебя есть право протестовать. Ты должна спросить разрешение, найти себе место, сидеть там и протестовать. У тебя нет права даже на то, чтобы использовать микрофон и кричать что-то мне в ухо. Но у тебя есть право на протест на соответствующих платформах. У демократического процесса есть достаточное количество платформ, на которых ты можешь выразить свой протест. У тебя, безусловно, есть право на протест, но не нужно понимать его неправильно, как право на беспокойство. Ты хочешь начать движение вон из Индии сейчас. Ты хочешь начать движение не сотрудничества сейчас. Тебе нужно было сделать это в 1936-м. Это время ушло. Это твоя страна. Это твое правительство. А теперь ты заявляешь: «Нет, это не мое правительство». Я хочу, чтобы ты понимала, что это не демократично. Большинство людей, когда они избирают правительство, даже если оно тебе не нравится, даже если лично тебе оно не нравится, я не говорю, что ты должна любить их, но это твое правительство. Это правительство Индии, правительство Тамилнада, правительство Карнатаки. Это не чье-то там правительство. Как сейчас все стали говорить: «Правительство Моди». В моем уме и сердце это не правительство Нарендра Моди. Для меня это правительство Индии. И поскольку это правительство Индии, я буду его поддерживать. Не потому, что я чей-то фанат, не потому, что я принадлежу какой-то политической идеологии, просто потому, что я гражданин Индии. А для меня это значит, что поскольку я гражданин, страна предлагает определенный порядок, определенные инструменты, определенный фундамент, чтобы мы могли жить и работать. Я поклонюсь этому, и что бы правительство ни говорило в форме закона, я буду следовать этому, потому что это закон. Нет, я не соглашаюсь с законами, которые вы принимаете. Если ты не согласна, тогда есть Верховный суд, куда ты можешь обратиться. Если закон противоречит каким-то нормам, его отменят. Но если закон ничему не противоречит, но тебе он по-прежнему не нравится, тебе нужно выиграть на следующих выборах. Другого пути нет.
У тебя нет достаточной приверженности, чтобы работать в течение 5 лет и выиграть следующие выборы. Ты хочешь с комфортом сидеть дома всю свою жизнь, но протестуешь против всего, что делает правительство. Говорю тебе, мое отношение к правительству Индии остается неизменным, вне зависимости от того, кто сейчас управляет страной. Потому что, с моей точки зрения, страной управляет правительство Индии, не правительство Моди или Манмохана Сингха, или еще чье-то правительство. В моем сердце и в моем уме это правительство Индии, и я буду его поддерживать. Тебе это не нравится. Это значит, что тебе не нравится демократический процесс. То есть ты хочешь стать премьер-министром без каких-либо усилий. А какая у тебя квалификация? Единственная твоя квалификация — тебе не нравится то, что я говорю. Что касается нас с тобой, как гуру, тебе нужно научиться слушать. Как-то раз несколько друзей отправились в ресторан шумной компанией. Это все старые друзья из колледжа, которые давно не видели друг друга. 5 или 6 лет они не виделись. И вот, наконец, собрались вместе. Там играла живая музыка. Музыкант на сцене исполнял разные композиции. Одна мелодия показалась им знакомой, но они никак не могли вспомнить, что это за композиция. Так что они подозвали официанта и попросили: «Не могли бы вы узнать, что только что прозвучало со сцены?» Официант ушел и через 5 минут вернулся со словами: «Это была скрипка». Это значит, что ты просто слышишь звуки, но не слушаешь. Если бы ты по-настоящему слышала, ты бы поняла, что я никогда не выражал мнений о чем-либо, потому что я не сформировал ни одного мнения в своем уме. Если я что-то увижу, я скажу, что это факт, и у этого могут быть такие-то последствия. Сейчас я говорю, что, скорее всего, нам нужно продлить карантин. Это не мое мнение. Есть достаточно фактов, указывающих на это. Но все равно это решение. Нам нужно взвесить самые разные аспекты. Сработает ли это для нас или будет работать против нас? Сможем ли мы это себе позволить или нет? Это решение, которое мы принимаем. Если мы примем решение в пользу изоляции или против изоляции, ни то, ни другое решение не будет идеальным. Это мы уже знаем. Но это решение. Ни одно решение не идеально. Оценивая разные аспекты в соответствии с нашими приоритетами, мы приходим к решению. Если вы думаете, что это мое мнение, что, предположим, я за продление изоляции, о, это ваше мнение, нам оно не нравится. Это не мое мнение. Прекращение изоляции — это одна опция, продолжение изоляции — другая. Нам нужно взвесить потери и пользу, достоинства и недостатки, и прийти к чему-то. Это всегда компромисс. Насколько это будет компромиссом, это можно обсудить. Возможно, вы не согласны с моим решением, но дело не во мне, не в том, что я делаю заключение о чем бы то ни было, особенно о туманных политических событиях в стране. Любому будет очень сложно сформировать свое мнение об этом. Но я хочу, чтобы вы поняли, я прожил свою жизнь, придерживаясь строгой дисциплины, не делая выводов ни о ком из тех, кто рядом со мной. Что касается тех, кто рядом со мной, у меня по-прежнему нет мнения о тех, кто со мной 20-25 лет. Я по-прежнему вижу их такими, какие они есть сегодня. Они много сделали для меня. Много плюсов, много минусов. Они сделали для меня очень много. Но сегодня, если я их вижу, я вижу их такими, как они есть. Исходя из этого, ситуация разворачивается так, как она разворачивается. Чтобы не прийти к какому-то заключению, нужно много дисциплины и внутренней работы. Так что, когда речь идет о духовном измерении между тобой и мной, тебе нужно слушать, а не слышать. Если я спрашиваю тебя, что играет, ты говоришь «скрипка». Думаешь, я перепутал ее с пианино? В любом случае, не знаю, насколько ты левая, но я очень левый. Потому что йога-центр — это коммуна. В некотором смысле это коммунистическое устройство. Никто не спрашивает, сколько у тебя имущества. Никто не спрашивает о твоей религии, касте, откуда ты родом, кто твой отец. Мне даже не важно, есть он у вас или нет.
на тот случай, если вы один из них. Даже если это так, мы будем относиться к вам так же, как и ко всем остальным. Если вы проявите себя и продемонстрируете особые качества, мы это тоже оценим. Но в ином случае, даже если вы откуда-то сверху, мы будем относиться к вам так же, как и ко всем остальным. Если это не левый подход, тогда что же еще? Это абсолютно левый подход. Не думаю, что ты живешь таким образом. Уверен, что ты лишь обсуждаешь левую философию у себя дома. Но если кто-то попросит тебя дать свой телефон кому-то, у кого его нет, не отдать насовсем, давать пользоваться через день, потому что, в конце концов, возможно, ты даже состоишь в партии. Попробуй и увидишь. Здесь мы делаем такое очень легко. Так что не нужно заниматься всем этим. Если ты каким-то образом оказалась на духовном пути, оставайся на нем. Не поворачивай налево, чтобы потом сойти с пути. Не поворачивай направо, чтобы потом сойти с пути. Надеюсь, ты не думаешь, что я правый. Определенно нельзя сказать, что я принадлежу к правому крылу. Чтобы летать, нужно два крыла. У меня есть оба. Я машу ими, когда в этом возникает необходимость.